Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы будем делать с Настей убийца карася. Для этого нам понадобится один вертлюжок, бисер, три маленькие кормушки, плетенка, три уже заранее заготовленных поводка и грузик. Итак, приступим. Отматываем плетенки примерно метр. Сейчас отмотаем. Отрежем. На конце делаем петлю. Я делаю простую, можно сделать любую, в принципе. Так, одну и делаем вторую. Плетенка неудобная в парафине. Вот. Получаем такое. Теперь запускаем петлю в ушко нашего грузика и продеваем через отверстие. Так. Низ снасти у нас готов. Теперь нам нужна бусинка. Берем одну бусинку. Для удобства их высыпем. Вот так. Чтоб не потерялись. О. Берем бусинку. Продеваем. Практически до конца. Вот оставляем сантиметров 10 от грузика и делаем петлю. Так и затягиваем. Получается вот такое. Вот получилась у нас петля. Теперь берем первую нашу кормушку и просовываем до нашей бусинки. Получается вот такое у нас. Теперь снова бусинка. Протягиваем до конца. Оставляем зазор примерно сантиметр. Вот, чтобы бусинка ходила. Вот так. И опять фиксируем петлей. Так. Так. Не хочет залазить. Так. Так. Затягиваем. Смотрим, как оно. Еще сюда. Вот. И затягиваем. Получается такая конструкция у нас. Итого, таких конструкций у нас должно быть 3. Теперь опять бусинка. Продеваем.
Так, расстояние между кормушками, ну, пусть будет на глаз сантиметров 7, 7, 8, там, 10, не принципиально. Так, теперь опять кормушечка. И бусинка. Кончик разлохматился. Неудобно. Сейчас мы его отрежем чуть-чуть. Так. Так, продеваем. И еще раз петля. Так, и суем подальше. Так. И опять оставляем свободным около сантиметра. Где-то так. Плюс-минус. Так, и последняя наша кормушка. Бисер. Так. Меряем сантиметры 8-10, примерно так, и опять последнюю кормушку. Оп. Так, и последняя бусинка. Оп. Залазь. Так. Так, так, так. Опять разлохматилась. Чё подрежем? Плохо. Хорошо. И затягиваем. Вот. Вот получилась у нас такая конструкция. Одна, вторая, третья. Три кормушки. Три кормушки теперь. Берем вертлюжок. Где-то тоже сантиметров 10 оставляем плетенки. И делаем 2 петли. Опять же, я делаю обычные. Кто фанат, может делать получше. Хотя у меня ни разу они не отрывались. Вот так. Лишний кончик отрезаем. Вот так. Вот. Итого у нас получилась такая конструкция. Грузик. Пружинка. 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 Вертлюжок. Теперь нам осталось только поводки поставить. Заранее я заготовил поводки. Плетенка уже немного потоньше. Сантиметров 6, не больше длиной. Крючочек маленький. Теперь делаем так. Просовываем между
бусинкой и нашей кормушкой. И всовываем через петлю. Это все дело затягиваем. О! И получилась вот такая конструкция. Также проделываем и с остальными. Так. Так. Вот такая вторая получилась у нас. Теперь последняя. Так. Так. Вот последнюю затянули. Все, снасть убийца карася у нас готова. Вот. Теперь. Кто как ловит на нее. Я, в принципе, добавляю сюда вместо наживки пенопластовые шарики. Вот такого плана. Вот. Их можно купить в любом рыболовном магазине. Берем вот шарик, наш крючок, и насаживаем шарик на крючок, чтобы жало было видно. Вот, примерно так. Вот. И все. Так насаживаем на все три крючка. Теперь нам осталось прицепить вертлюжок к фидерной и любой другой снасти. Я, например, ловлю спиннингом, который переделан на донку. В эти наши кормушки забиваем или кашу, или тесто, или любое другое какое-то прикормку. И ловим рыбу. Эта снасть никогда еще меня не подводила. Вот, на этом все. Не забудьте подписаться на наш канал. До свидания.